Здравствуйте. Это мой второй отзыв о нашем лечении в центре Биардавид. Лечение мы начали 6 апреля, и на данный момент у нас было 6 сеансов. Сегодня я бы хотела рассказать о изменениях, которые у нас произошли с моего первого отзыва. Ребенок меняется постоянно. Каждый день появляется что-то новое. Самое главное для меня это то, что она начала реагировать на обращенную к ней речь. То есть раньше она чаще всего просто меня игнорировала. А теперь на некоторые вещи она реагирует. Также у нее начало получаться играть с игрушками с некоторыми. Раньше она просто расставляла их в рядок, переставляла с места на место. А теперь у нее появляются элементы игровой деятельности. Еще мы начали гораздо спокойнее реагировать на некоторые вещи, которые раньше очень бурную реакцию вызывали. То есть, например, мытье головы шампунем. Раньше она очень этого боялась, особенно смывать шампунь. А теперь она спокойно сидит и играет игрушками, пока я смываю ей голову. Также она никогда мне не давала причесывать волосы. Иногда мне приходилось это делать, даже когда она спит. А теперь она спокойно сидит, пока я ей причесываю голову. Даже дала мне впервые за все 3 года заплести ей косички. Я была очень рада. Также она стала внимательней, спокойней. Лучше реагирует на все. Мы очень довольны. Еще я хотела бы рассказать о своих ощущениях после сеансов. У меня появляется ощущение легкости, какой-то заряд энергии. И мне кажется, что Давид просто излучает добро. И кажется, что все обязательно будет хорошо. Вот. Спасибо вам, Давид, большое за все, что вы для нас делаете, за то, что помогаете моей доченьке. Мы верим, что с вашей помощью мы обязательно исцелимся. Ждем дальнейших сеансов. Спасибо.